Всем привет, с вами Русский Пельмень. И сегодня, ну, вы сами все видите, я буду играть в Майнкрафт. В прошлый раз я сделал скин. Ну, а теперь мы уже наконец-то будем играть. Что это? Не понял. Это что такое? Вот мой скин. Надеюсь, вы не забыли. И давайте начнем играть. Так, это мы вроде бы делаем. Давайте все. Загрузка. Продолжить. Генерация ландшафта. Все, вперед! Так, все, вот. Пока у нас нет ничего. Управление у нас вот такое вот. Непривычное. Ваня, ну, окей. Лучше этого не делать. Ага. Давайте, ребята, будем дерево. Как это, в принципе, делают все. Добываем. Так, нам еще овца нужна. Эй, да что у меня так лагает? 3 овцы еще для кровати понадобятся. Иди сюда, чтобы кровать из них сделать. Чтобы шерсть получить и из них кровать сделать. Да блин, что у меня так Майнкрафт? Чтоб я спать мог, представляешь, Лиза? Не, ну, Лиза, блин, долго объяснять, где она. Вот она. Просто, короче, там быстрее эта ночь будет проходить, если я буду на кровати засыпать. Чё тут непонятного? Да блин, у меня Майнкрафт подлагивает чё-то. Всё, 2 куска шерсти. Для кровати нам будет хватать 3. А! Вот как раз 3-й кусок шерсти сейчас добудем. А, Ваня, ты сами... Ты только кусочки некоторые добываешь, саму овцу не добываешь. Да нет, я саму овцу добываю, ты глухая, что ли? Видишь мясо от овцы, видишь? Угу. Вот, что тут непонятного? Жуть. Лиза, ну это Майнкрафт, представляешь? Хорошо, в реальной жизни тоже убивают, представляешь? А могу его накормить? Нет, не могу, мне кость нужна. А где мне кость взять? Блин, мне скелета надо убить, но это надо... Не, я не хочу рисковать. Чтоб потом еще потерять этого песика, он же все равно умрет. Его приручить, кстати, этого волка можно. Давайте дерево допустим. А потом тут новый столб вырастет. Лиза, нет. Тут не вырастает. Ну тут дофига, Лиза, деревьев. Ты че? И то можно новые вырастить. Как? Ты сам не знаю, если честно, но вроде бы как там можно, если посадить что-то. Так, давайте доски сделаем. У нас 32 пока только могу сделать. Давайте сначала построим, просто что-нибудь построим, а потом уже не, и будем там обустраиваться. Да, но сначала это будет просто комнатка маленькая. Ага, а потом целый дом построим. Ну да. А дверь у тебя я, кстати, есть? В прошлый раз Майнкрафт удалил, когда у меня огроменный дом. Дверь я сделаю. Что тут непонятно? А где ты ее добудешь? Сделаю из дерева. Ну, понятно. И дом весь из дерева. Я ну из да. Дерева. Из дерева сделаю доски. Из досок дом. Что тут непонятно? Пока не темнеет, можно дофига добыть дерево. Черепашка. Мне ну, надо, наверное... Да я... А хорошая идея, да слушай. Можно. Чё, это Майнкрафт? Черепаха, привет. А чё ты на земле делаешь? Она, надеюсь, с одного удара не умрет. Нет, не умрет. Всё, теперь надо бежать. Туда, откуда мы... Да не буду я ее убивать уже, успокойся. Березы. Лиза, в реальной жизни, представляешь, тоже убивают. Черепах? Нет.
Хотя тоже я видел видео, где убили черепаху, маленький ребенок ее это убил. Зачем? Не знаю, для мяса. И курицу тоже убивают, Лиза. Я знаю, что для мяса. Ну вот почему черепаху тебе жалко, а курицу не жалко? О, у меня уже дофига досок. Ну лучше ё-моё, я даже не знаю, сколько у меня. Ну давайте уже будем строить дом. Давайте. Где бы его построить? Может быть здесь? Да, вот здесь. Отличное место. Оп, оп. Для дома. Так, оп, оп. Должен быть оп, большой оп. Дом. Ну вот я и делал большой. И долины. Угу. Дерево тут мешается. Да блин, это не дерево, это трава мешается. Ее отрезать надо. Тут мы потом все равно пол сделаем. Ага. Как? Из дерева тоже? Яблочки это нам это понадобится. Для выживания тоже. Тут, да. Тут или со голода умереть можно, так что надо убивать животных тут. В реальной жизни тоже Лиза убивают, пойми уже. Ну, а почему тебе? Не надо. А почему тебе черепах так жалко? Ну, что не вот нет. Куриц тебе что-то не жалко, а вот черепах тебе жалко. Почему? Ну что, мне немножечко. На море спокойно живут. Все тут делают. Поэтому. А курицы? Лиза, прикинь, даже букашек едят маленьких. Малюсеньких? Да, кузнечиков, например. А тараканов. Ваня. Пчела, которую нельзя бить, а то она меня укусит. Ваня, а знаешь что? Чё? Вот у нас зачем-то летом Богдан носил кузнечика на ручке. Лиза, это в курсе я видео снимаю. Ага, потом, короче... Когда мы шли обратно, там ему сказали, не надо его носить с собой. И, короче, он его зачем-то убил. Просто так. Представляешь? И чё? Зачем-то. Так, ой, у меня доски закончились. Ну, идем добывать. Вот, а, я урон получил. И еще надо добывать. Да, чтобы да. Построить, вот пока я построю вот это. Хотя стоп, в принципе уже большеватый такой. И тут еще пещер нету, можно обустраиваться. Так, мне надо добыть, наверное, 30 таких деревьев, чтобы на весь дом. Кстати, у меня что-то день и день вообще не темнеет. Не знаю почему, но, наверное, это нормально. Ваня, а если ты дом не достроишь и ночь наступит, что тогда будет? Меня убьют, представляешь? Хотя вот, вот с этой стенкой меня, в принципе, не убьют. Ну, могут не убить. Главное, чтобы тут криперов не было. А мне уж... Да тут даже пещеры нету, Лиза. Откуда криперы, если тут даже пещер, блин, нет? А криперы берутся из пещер? Да. Там в пещерах вроде бы какой-то спавн есть, и оттуда все это появляется. Эти монстры бесконечные, это в курсе еще. Так, все, теперь делаем еще 64 доски. О, я очень много досок. Целый верстак уже. Ого. А может ты дом двухэтажный сделаешь? Ну потом. Сначала первый этаж же еще доделать надо. Сделай первый этаж, потом второй. Так, так. Потом все внутри так, комнаты сделаешь. Так, так. У меня уже был дом, но я вот... Удалил Майнкрафт и больше его нет. Это вообще другой аккаунт. Если это можно... Блин, тут деревья мешаются. Это тоже дом?
Нет, это деревья, Лиза. Вот, я сейчас строю. Так, ну первый этаж я еще вот тут чуть-чуть можно и построить, и первый этаж готов. Потом второй начнем. Второй, когда первый этаж дойдем, там же еще вещи надо сделать. Ага. Верстак хотя бы. Кровать. А? У тебя же есть овцы? У меня есть шерсть от них и мясо. Угу. И одно яблочко. Покушаешь потом ночью. Давай, не. Зачем ночью, можно днем? Ну, днем, когда ты делаешь дом, покушать. О, уже темнеет. Ну, в принципе, я... Мне дверь сейчас надо сделать обязательно. Так, верстак. Делаем верстак. Давай дверь. Верстак. А что это за верстак? Блин, нам еще нужны доски. Первая. Да вот две доски сейчас добуду, и все, Лиза. Ты че? И вторая. Фу. Где... Теперь вот мы можем сделать дверь. Три двери. Угу. Давай три на всякий случай. Все, вот. Дверь сделана, теперь можно... Блин, нам на палки даже не хватит. На палки... Сколько там? Два таких блока. Блин, нам на кровать даже не хватит. Придется сломать вот эти. Два. Лиза, ты что так... А, два ты? Лиза, почему ты так реагируешь странно? Просто... Ну, убиваю и убиваю. Это нормально, Лиза, убивать животных. В реальной жизни их тоже убивают. Представляешь? Даже черепах. Даже черепах. Теперь мне нужно три... Оказывается, мне нужно три вот этих... Ну, ой. Придется из дома, похоже, добывать. А из палок я обратно могу сделать? Нет, блин, зря я палки сделала. Зачем мне теперь эти четыре палки? Ну, придется, похоже, из дома хотеть. Что за звуки? Не надо. Послышалось? Да это кошка там мяукает. Нет, тут будто какой-то грохот был. Ваня, а может ты завтра закончишь с домом? Нет. Все равно тут стены. Так, оп. Ну, придется переждать ночь так, потому что... Ага. Блин, тут стены. Мне нужны эти стены, но. Ладно, потом утро наступит. Да еще оно долго будет наступать, Лиза. Представляешь? Как настоящая ночь. Нет, не как настоящая. Тут хотя бы быстрее. Ну хотя бы съешь что-нибудь. Зачем я? Точно, я же голоден. Хорошо, что я напомнила, так бы ты был. Вот яблоко. Ну ладно, яблоко достаточно. Потом еще, если что, мясо можешь поесть. Кто-нибудь есть? А, все сбросится, если тебя убьют? О, нет! Крипер! Тут все-таки... Он сейчас взорвется! Вот это и надо было, чтобы он взорвался. Зачем? Ну, потому что дом не взорвется, и он не будет за мной бегать. Так, надо срочно домой. Валить. Там надо. Это пауки. Ого, как зоны. Много у тебя жизней. Зря я вышел, теперь там яма. Больше не буду ночью выходить тут реально. И откуда они берутся вообще? А вдруг там где-то далеко-далеко пещеры? Ну, не знаю, может быть. Я вот вышел, там... Вот тут вот, смотри, ничего не видно. А вот там, когда выхожу, там прям все ходят. И... Да капец, где мне теперь дерево взять, чтобы просто поспать, блин? А ты не можешь на траве спать? Ну, то я теперь вот это могу взять. Нет, ты чё? Тут нету такой функции почему-то. Это жаль. Уже темно, очень темно.
Лиза, открой дверь кошки. Так, у меня... Пока посмотрим, что у меня там в настройках. Нормально, ну, окей. Эй, эй. Продолжить. Да блин, продолжить. Ой, надо было побольше днем досок собрать. Да, это надолго. Ваня, а вдруг ты выйдешь, и там никого не будет? Ага, я уже так, вот смотри. Я уже там выходил. Вот, там крипер ходит. Сейчас? Да. Откуда? Ой, ну, я не знаю. Это сейчас залезем, наверное, наверх. Соберем оттуда доски и сделаем кровать. Сколько мне там досок надо? 3 доски, я вспомнил. Так, ну для этого надо попаркурить. Так. Ну ладно, 3 кубика сломай и все. Двери сделаешь. Так у меня уже дверь, Лиза. Ты слепая, что ли? Зачем мне 2 двери, Лиза? У меня их еще 2 осталось. Ты что? Ку-ку. Теперь добываем 3 блока. А, кстати, Ваня, тебе хватит на балкон еще. Там крипер! Фу. Там был крипер. Блин, ну он там ходит, я теперь не могу. Да, я вышел, он чуть не взорвался. Он меня заметил, и я сразу убежал. Добываешь дерево? А нет. Что тебе надо? Это кто, зомби? О, нет, там крипер опять. Блин, ну ладно, не получится добыть. Там зомби был, видишь, там все ходят. Там уже в дверь зомби, блин. Ой, ну давай тогда починим это все. То, что мы сломали. Надеюсь, зомби не умеют двери ломать. А, показывают, что там зомби. Ну все, ждем утро. Это был только один блок. Да. Хм, а что если прокопаться вниз? Что можно и откопать 2 блока. Раз. Вот это 2. И теперь, смотри, вот тут заделываем. И вот тут заделываем. Все. Готово. Теперь выкапываемся. Эй, выкапывайся. Все. И заделываем. Теперь нам на кровать 100% хватит. Наконец-то я сделаю. И теперь куда бы ее поставить? Может, сюда? Нет, я рядом с верстаком. Ну, давай. Все. Сейчас я спать в эту ночь. Да. Эй! В смысле, там все еще пауки ходят. Да блин, там они уже уходят все, потому что светло, они уже горят. А! Че? Там все еще криперы. Они должны уже взорваться, я да? Я знаю, да. Че они не взрываются? А, кстати, у тебя на крышу сколько блоков надо на крышу? Не знаю, но пока я даже выйти не могу. Почему они не горят? Надо добыть несколько блоков и залезть. И посмотреть, они там вообще горят или нет. Первый, второй, третий, четвертый. Они горят. Все горит. А? А чё он на тебя смотрит так? Не знаю. О, Ваня, там овца не нужна. Так тут зомби пока. Фух, я убью. Наконец-то.
сгорел. Вот это нельзя есть ни в коем случае. Это... Что? О, павук. Ну да, какого-то фига они. Вот они не. Так надо их всех убить, чтобы не приставали. Кстати, днем криперы тоже ходят. Ты когда ты уже сдохнешь? Устал. Зато паутина теперь есть. Да. Все, никого нет. Поставить, чтобы охотиться никого. На насекомых. Теперь надо... На бабочки, блин, мне бабочки. Теперь надо... Да в смысле? Тут все еще пауки кишат. Поем пока. Тут все еще эти пауки. Да, блин, это дом не доделаю, если они все еще... Почему они... Ваня, вот... Эй! Когда мясо кончится, снова добывай. Еще надо от пауков избавиться. Что надо будет сделать? Стол сделать, стулья, лестницу, верхний этаж. Да блин, он уже достал. Из него что-то выпало. И что это? Глаз какой-то. Блин, опять мне есть надо. В смысле? Там еще один паук. Нет, уйди, уйди. Да блин, нет, нет. Да ты. Ах, уходи. Ваня, может ты добудешь мясо? Да не могу я, Лиза. Когда паука убьешь. Ой, ну все, мне капец. Наконец-то! Понятно. Теперь ну, надо добыть мясо, потому что у меня сердечек мало. Мне надо вообще надо сделать меч, хоть какой-нибудь. Все, теперь надо поесть. Еще иди добывай мясо. Свинька. Я тоже. Главное черепаху, чтоб не встретил. Свинка, иди ко мне сюда. Иди кормить. Еще. Еще. Ну, какое все... вкусное мясо. Ага. Теперь осталось доделать уже этот А потом еще собирать мясо. Да? Угу. Мне сердечки надо еще восстановить. А где их искать, эти сердечки? Да не надо их искать, Лиза, ты чё? А как их восстанавливать? Надо есть. Ну, еда хотя бы поможет. А, еда поможет. Мне надо очень много дерева. Да, то под... теперь так же будет ночью. Не достроишь дом. Так что надо еще дерево на ступеньки сделать. Зачем? Двухэтажный сделаешь дом. Ну да. Это... Не ступеньки, а лестницу. Лестницу. Надо добыть где-то, наверное, 20 таких, блин. Ваня, там свинка. Я потом ее добуду, Лиза. Надо сначала дом достроить обязательно. За что у меня там он сломанный. Еще пол же надо сделать, прикинь. Да. А потом уже еду добывать. Да? Не леду, а еду. Еду. И, кстати, я помню, когда ты задел пещеры, и потом ко мне никто не ходил. Но я даже не вижу этих пещер. Вот где две черепашки. Сейчас одной не будет. Не надо, Ваня. Почему? Давай других найдем. Кого? Ну, черепашек кого-нибудь другого. Там много... Почему он не горит? Потому что он под деревом. Да блин. Это мой. Мне нужно сделать меч. И заделать вот это. Но это уже потом. Да, это самое последнее. Сейчас заделаю пока. Все, теперь идем сюда. В смысле? Мне ж надо сделать вот это. Да блин. В смысле? Я не то, что ли, добывал?
Вот, 68 я могу сделать целых. Тебе запись не сбросилась, а нет? Нет. Ну, блин, вот оно вот тут будет. Вот и палки. Так, сейчас сделаем меч. Оп, все, у меня теперь есть меч. Будешь пауков тебя атаковать. Можешь добывать так доски ночью. Сейчас у тебя меч. Нет, ну он не мощный, Лиза, даже. Да блин, вот этот скелет. Ну что мне делать? Кости добудь. Как? Он под деревом стоит. Ну, он в меня из лука стреляет. Я сейчас умру. Чего тут изменилось-то? Я заспавнился дома, но... Блин, я потерял все вещи. Да, у тебя все сбылось. Вот, да ты! Достал уж. Наконец-то. Ваня, можешь щеночка накормить, если найдешь, хорошо? Ага. Его еще на... Это волк, а не щенок, Лиза, ты че? А, его надо накормить волка. Да. Вот, блин, тут деревья эти мешаются. Кстати, этот волк будет меня защищать. О, надо его, значит, покормить. Ну, его еще найти, Лиза, надо, да, прикинь. Ладно. Вот так же, Лиза, представляешь, ты шкурочку ешь. Ой, мы снимаем видео. Лиза, что ты орешь? С того папа понял, что... Ну, как мне туда залезть? Разбей один куб. Теперь залезали. Ай! Да блин, я упал. Я видела, ты грохнулся. Ой, надеюсь, я... Так, теперь крышу надо сделать. Второй этаж. Так второй этаж я потом, Лиза, сделаю, я же сказал. Сначала крышу? Да. Только где мне еще вот сделать, чтобы было светло? Ну вот, крыша будет вот такая, чтобы темно не было. Потому что без крыши будет темно, если она полностью. И сейчас буду делать пол. Только там дырочку оставь у крыши на второй этаж. Так, ну сначала можно сделать еще и лопату. Давай. Чтобы быстрее вот эту землю добывать. Идем, Вай. Нет, добывать еду, это даже интересно. Лиза, как бы еду надо добывать мечом, а мне еще вот это надо пол сделать. Так что, как бы, Может, потом с дома закончим? Нет. Ладно, потом поешь. Сначала с дома закончим. Мне еще сундук надо сделать. Косточки. А у тебя на косточке одна паутина и нет? Чего? На косточке одна паутина, Лиза? Я тебя не понимаю, говори нормально. А что ли, ной косточек и одна паутина? Наоборот. А, ной паутина. Да в смысле, Лиза, ноль косточек? Одна косточка, почему ноль-то? Ты ну что, одна паутина. С чего хоть? Её две паутины. А, ну да. Встать с кровати. Я собиралась... А уже ночь? Мы даже не добыли еду. Как-то потом поел. Добудем. Я потом полезу, поем. Ты чё? А чё у меня так зависает? Вот бы мне бы Майнкрафт бы тоже. А деньги надо платить, а запретили
платить в России в Плеймаркете-то? Мы можем в Гугле спрашивать мне. Лиза, давай тебе самый обычный Майнкрафт скачаем и все. Это не обычный? Нет, что? Это платный. Тут есть творческий режим. А вот в обычном нету, есть только выживание. Я сейчас выживаю. Так, ну вот, все. Ладно, Ваня, всё. Попробуй. В обычном Майнкрафте попробуй. Все горят. Что там добывать? Да блин, это все из-за дерева. Он не горит. Не дождешься. Эй! Зомби. У меня меч есть, и поэтому я могу добывать хоть кого-нибудь. Идем добывать еду! Да какую еду? Сначала надо вот это добыть, а-а-а. Лиза. Мы же еще даже пол не доделали. Еду добывать, это же интересно, чем дом строить. Я знаю. Но надо сначала пол не заделать. Потом еду? Угу. Опять? А что они то здесь делают? Он под деревом. И поэтому он не горит. Надо вот эти... У него броня... Достал. Блин. Срочно домой. Да не туда. Блин, у меня вот Майнкрафт зависает. Это бесит. Надо сделать хоть что-нибудь. Топор, чтобы быстрее добыл. Блин. Ой, что я хотел сделать? Я уже забыл. Топор. Нет, я перед этим еще что-то хотел сделать. Просто не сказал. Блин, что я хотел сделать? Из досок что-то. Дом? Ой, ладно. Давай сначала пол достроим. Теперь нужен топор. Только где мне его взять? Все. Теперь... Нужно мне совсем... Сундук! Сундук с чего там делается? Блин, еще 3 вот таких блока. Мне срочно нужен сундук, чтобы убрать туда мои вещи. Так, давай вот. Оп. Вот, сейчас, видишь, быстрее добывается. А то видишь, у меня сердечек мало, надо все туда вещи. Так, все. Теперь делаем хорошо, что сундук, точно, сундук. Сундук. Все, делаем. Теперь ставим его сюда, например. И ложим туда все мои вещи. Оп, у тебя мясо оп, есть? Оп. Нет, это не съедобное. Нет, вот это вот съедобное надо сейчас съесть. Да, да у тебя сердечек мало. Я знаю. Так, где у меня вот это-то? Вот оно. Это ты курицу убил? Теперь надо есть ее. Ну, что-то у меня не восстанавливается. А и ладно, пофиг. Потом пойду добуду дерево. Овца. Мясо. Надо ее поесть. Кстати, почему тебе овечек не жалко? Просто это интересно добывать у них еду. Гениально. А вот черепашки такие милые. Да тут опять какой-то звук был. Это овечка. Да не овечка издала, будто какой-то... Мне что, галлюцинации что ли? У меня сегодня ночью галлюцинации были. Какие? Будто кто-то... Я не знаю, вот это звуки какие-то. Вот мне опять, я только что услышал. Вот ночью мне казалось бы, это какие-то звуки, блин, я слышал. Это галлюцинации. Потом смотрю вниз, никого нет, кошки нет. Я не мог долго так уснуть сегодня. Вот надо все эти листья убрать. Овечек идем добывать. Ай, ладно, сначала лучше добуду дерево. Чтобы сделать вещи. Блин, ну мне надо добывать другое дерево. Да блин.
А что из березы можно сделать? Не знаю. Ну, на всякий случай буду добывать обычное дерево. Пусть тоже живет. Если что, я спавнюсь дома, так что... Ваня, там свинка была. Я сейчас ее убью, сейчас ее... Это там. Да, вот! Эта музыка прям... Слышишь? Да, слышу. Что это? Я-то откуда знаю, что это? Ребят, вы слышите? Если вы слышите, подскажите, что это. Какая-то музыка. Скелет, ну только тебе же хуже будет. Да блин, кто-то мне пишет. Ну и что? Ладно, сейчас добуду. Хорошо, что ты все вещи в сундук положил. Не все. Ну вот я сейчас соберу. Петюн. Но и не кто это хорошо. Да блин, не отправляют вот этот. А, чё? Мне Руссо отправляет сообщение. Блин, все, сейчас видео буду заканчивать, потому что в следующий раз продолжим, короче. Так вот, делаем доски. Сейчас дом доделаю. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Все. Вот, у меня есть доски. Сначала давайте заделаем вот эту дыру. Теперь. Что теперь? Короче, ребят, я не знаю. Вот, видео уже заканчиваем. Всем пока. С вами был Русский Пельмень. Так, как тут это? Ваня, кстати, что? На Майнкрафте можно убить? Короче, ребят, всем пока. С вами был Русский Пельмень. Всем пока. Пока-пока. Сейчас сохранить и выйти.